Спасибо нашим святым причащается. Духа небесного, облитого веру истину.
веки достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани свети любящие благолепие дома Твоего, Ты тех воспроставь божественную силу, не остави нас уповающих на Тя. Мир миру этому дару церковь, Твоим священникам, всем людям Твоим, яко всякое дань благо и всех дар совершен свыше, исходя и Тебе со света Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков.
и уши его в молитву их, лице же Господне на творящие злая, еже потребите от земли памяти, вас ваше праведнее Господь услышай, и от всех скорбей их избави, близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет, многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь, храни Господь вся кости, ни едино от них сокрушится, смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души раб свои, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любит всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, Иисуса святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, святые великомученицы Варвары, и я же и память ныне совершаем, святых праведный Богу Отец Акима, и всех святых, помилуй Ты, спасет нас, яко благ и человека любец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.